В ответ на информацию о перестрелке в Гигаркуникской области в Министерстве обороны Азербайджана заявили, что огонь со стороны подразделения азербайджанской армии не открывался. Среди личного состава пострадавших нет. Если же у вооруженных сил Армении есть какие-либо потери или ранения, это может быть только в результате инцидента внутри армянской армии. Ранее информацию о перестрелке распространило агентство Армен Пресс, сославшись на начальника информационного отдела административного аппарата Генштаба ВС Армении Самвела Асатряна. Агентство сообщило, что азербайджанская сторона спровоцировала перестрелку на пограничном участке села Верин-Шорджа Гигаркуникской области. Армен Пресс также утверждает, что с армянской стороны пострадал один военнослужащий. Также сообщалось, что ранено двое азербайджанских военнослужащих.